Батарейки, заколки, иголки, магниты и монеты. Все эти предметы изо дня в день извлекаются медиками из детских желудков и пищеводов. Попадают они в органы пищеварения малышей зачастую из-за недосмотра родителей. Хирурги Тверской детской областной клинической больницы показали нашей съемочной группе свою коллекцию инородных тел, которые удалось достать из маленьких пациентов. Здесь у нас батарейка в желудке в просвете, такая уже темная, измененная, похоже, давно уже тут находится. Вот видим поражение стенки желудка вот здесь вот, потому что она вызывает изъязвление. Хирург-эндоскопист Татьяна Минько показывает, какой большой проблемой может обернуться для ребенка встреча с маленькой батарейкой-таблеткой. Кстати, это один из самых часто извлекаемых из детских желудков и народных тел, наряду с монетами. Попадая во влажную среду, батарейка начинает окисляться и вызывает ожог слизистой. К сожалению, все, что попадает внутрь, попадает легко. Назад все вытаскивается тяжело. У нас имеется аппаратура эндоскопическая, при помощи которой мы, заводя трубочку через пищевод, вытаскиваем эти народные тела наружу. Все делается под наркозом. Большинство любителей попробовать на вкус опасные мелочи малыши до года, но такое любопытство может проявляться и до 3 лет. Здесь важна ответственность родителей, подчеркнула главный врач детской областной больницы Анна Зайцева. Тут недосмотр взрослых. Вот эти вот все мелкие части, магниты, какие-то мелкие игрушки, которые детям до 3 лет в принципе нельзя давать. Дети любознательные, они изучают мир путем различных рецепторов, да, в том числе и вкусовых. Они пробуют игрушку на вкус и, собственно говоря, в конечном итоге у нас получается так, что ребенок попадает в руки Татьяны Николаевны. Выбирая игрушку малышу, нужно в первую очередь оценить степень ее опасности с точки зрения конструкции и изолированности блока с батарейками. Но не стоит забывать и про упавшие на пол мелочи. Монеты, заколки, иголки, броши, значки, ключи, мелкий конструктор. Все эти предметы стали экспонатами в коллекции тверских хирургов. Вот эти магнитики, видите, вот самые. Целые у нас батареечки, это плеяды. Причем это штук 12 или сколько их тут. Это один ребенок проглотил. Представляете, все. Магнитный конструктор – еще одна головная боль врачей. Если его части окажутся в кишечнике, да еще и с интервалом во времени, то открыт прямой путь на операционный стол. Кишечник у нас петлями, да, ходит. Если один магнит ушел в нижнюю петлю, а второй в верхнюю, стеночки кишки между собой склеиваются, магниты стоят на этом месте, потому что двигаться они не могут. И вместе с соединением магнитов получается дырка. То есть мы получаем перфорацию кишечника, соответственно, перитонит. То есть здесь уже не обойтись без полостной операции. Если ребенок начал кашлять, давиться, появилась рвота, то нужно обратиться за медицинской помощью. Не стоит надеяться, что инородное тело выйдет само. В Твери помощь такого профиля оказывают в детской областной больнице. Чтобы ваши заколки и ключи не стали очередным экспонатом в коллекции хирургов, врачи просят проявлять ответственность при выборе игрушек, прятать мелкие предметы. Также медики в преддверии майских праздников предупреждают, что желудки и пищеводы детей страдают и от химических жидкостей. Это моющие средства или жидкости для розжига. Их стоит убирать из зон досягаемости. В предпраздничных хлопотах не забывайте о том, что на первом месте безопасность.